Всем привет! С вами Екатерина Романовна из Банска. Сегодня смотрим вот этот комплекс, симпатичный Морфеус называется. Он рядом с комплексом Преспа находится. Вообще тут такие приятные дома рядом, Гранд Монтана. Сам по себе очень классный, посмотрим как внутри. Это только один вот жилой дом. Вообще англичанам изначально он так принадлежал как-то. Вот управляющая компания английская тоже должна быть. Посмотрим. Семья спальня. Вот апартамент с двумя спальнями. Достаточно компактный такой апартаментчик, но очень приятный. Вот эти вот большие окна мне очень нравятся. В английском стиле такая мебель, стол, маленькая кухонка, но она с духовкой. Вот. В принципе, все по минимуму, но все есть. Необходим даже тостер. Вот такой вот зал с выходом на террасу. Окна классные, вообще большие. Вот там маленькая терраска такая. У нее есть. Так, пойдем дальше смотреть. Здесь два туалета. Два санузла. Два санузла, они вот здесь. Вот она. Такая, так скажем, родительская спальня. Очень приятная, восточная. Ну, видите, мебель тоже такая, вся из натурального дерева. Очень приятная. Вместительный достаточно шкаф. Полотенце вот будут в подарок, подушки. Скажу вам сразу. И постельное белье. Да. Вот там два санузла, так, ну, чтобы варить им планировки. Вот, теперь еще в одну спальню заходим. Она такая небольшая, но такая вот двухэтажная кроватка. Очень даже тоже милая. Тоже... Простите. Шкаф достаточно нормальный. И выход также на террасу. Вот, терраса такая хоть небольшая, но очень милая. Вот этот вот камень просто мне прям очень нравится. Стоит все это удовольствие 29 500. Даже меньше 30, можно сказать, что вы покупаете с двумя спальнями. Это очень неплохая цена для Банска. Вот, само здание очень приятное. Есть такс-обслуживание.